Внимание, оперативный дежурный. Команда номер 2. Диспетчера, принимайте информацию населения. Все, команда пошла. На часах 9:40 утра, а это значит, что началась масштабная общегородская проверка систем оповещения. Запускают ее из этого небольшого кабинета нового ситуационного центра. Мы запустили свою систему оповещения местного управления по оповещению города, населения города. Включены сирены для технической проверки, срабатывают они или нет. В этот момент на улице во всех частях города раздается вой сирен. Всего в Череповце таких громкоговорителей 54. Как правило, они ставятся на крыше многоэтажек для большего распространения сигнала. По правилам, звуковые установки должны быть не только в жилой части города, но и на производственных объектах. И это не только сирены. Проверялась сегодня система голосового оповещения. Несмотря на то, что в сообщении и говорится о соблюдении спокойствия и учебной тревоге, но за время проверки в единую диспетчерскую службу обратились сотни обеспокоенных череповчан. Служба спасения. Тренировка оповещения. Такие масштабные проверки проводятся в городе каждые 3 месяца. Ведь от исправности системы напрямую зависит безопасность всех горожан. Задача. Передать сигнал внимания всем, определить зоны оповещения и техническое состояние оборудования. Мы будем проверять местно, то есть как работает наша аппаратура. Отсюда, с ситуационного центра мэрии города Череповца. За время этих проверок специалисты отработали свои действия до автоматизма. Работают четко и слаженно. А вот в самой системе бывают сбои. Дело в том, что ей уже 20 лет. Оборудование устарело морально и физически. Нужна замена на новую, которая, кстати, была закуплена еще 2 года назад, но пока пылится на складе службы. Были или нет сбои в этот раз, станет известно только завтра, после того, как свои отчеты о работе сирен пришлют все оперативные службы и организации города.